Друзья, всем привет, приятного аппетита, и это пятерка Тейчес. Тейчес полная поддержка на 9500 ММР. Давайте посмотрим, руин это или наоборот, Соляра. Рассказываем и едем. Чё, видите, как они будут блочить наш маленький спот? Поэтому пойдем сразу сюда. Это пятерочка Тейчес. Пятерочка Тейчес, в принципе, герои противника приятные. Но Бристлбэк, как бы бич этого патча, и на пятерке труд. На мидере я бы его не боялся, мне всегда хватало дэмэджа, темпа. На пятерке надо будет сейчас сыграть мне вот по этим трем героям. И не буду даже, наверное, пытаться ставить мины вот на этих двух. Фокус чисто на тоненьких. Больших заберем потом в лейте. Пока тишина. Ну, мы берем Блаз, очевидно. В принципе, с ЦК мы очень сильная линия. Их линия огонь просто. Здорово, здорово, торговец. Че, как твои дела? Рассказывай. Че, как, куда? Я вот за рункой пришел. Надеюсь, никто не против. Нормально, взяли 3, пойдет. Игр на нас посидел. Ну, Дарфил умерла, правда, за это. У нас Тимбер против ЦК. Нам будет очень трудно, на самом деле. Его сложно пробить. Объективно, нашими персонажами. Рано пока в топе. Так, у него не армор реактив, это факт. Ты его взял, да? Так. Ну, по тебе настреляем, конечно. Овнили типа на релаксе. Но нас там ДП потеряли. Но мы убили вдвоем одного, а там втроем двоих пинали. Ну, короче, в целом плюс-минус рук. Отлично. Минус рендшкрип. Плюс миранка. Шикарно. Окей, okay, окей. Okay. Нормально, еще флазочка есть там туда-сюда. Ой-ой-ой. Yeah, you can't kill me anyway. Мужик, все-таки вылечись. Что-то я переживаю за тебя. Братик мой, дружок. Вежливый такой, приятный парень. Мне, в принципе, нравится с ним на линии стоять, не ЦК. Можно было фаерик взять, но что-то я не жал такого дэмэджа. Ой, он его забирает, кстати. Как же мы жестко стоим, на самом деле. Прямо... Прямо респектабельно. Троп. Тик. Больше ничего не дропаешь, хорошо. Так сойдет. Поехали, там выпал пытался сделать номера, а он пытается настакать вообще. Но я тебе это забаню, мужик. Без обид. Мирана второй. Мир третий. Как же больно ЦК, но это финиш, на самом деле. Количество урона, который получает из-за того, что у него атрибут основной силы, это просто...
Это просто пипец. Ну мы тоже, кстати, неплохи. Мы тоже неплохи. Бычить на нас не позволяем лишний раз. Так, это сюда. Майнц. Всяких пожарных предупреждаем, товарищи. Ой, вражеская баунти. Может быть. Лада. Глаз моих. Так, непонятно, что пока по вижену. Мирана в топе. И, видимо, поругались с Тимбером или что. Я здесь, я своего не отпускаю, чувака. На Тимбер не быкуй. Не, бы постакать на самом деле было бы вообще неплохо. Понять бы что. Так, вот. Давайте популим тогда, наверное. ТК фрифарм. В топе Бристлбэк фрифарм. Ситуация зеркальная, я бы сказал. Определяю ситуацию как зеркальный. Живик. Пятника. Может, эти успеют выбежать. Давай, мужики! О, красавцы! Только, ой, блин, големы. Это плохо. Но это ладно. Какие уж родились. И будете. Транкилы появились, я могу по КД прыгать, пойдем. Капли будем выбивать, Тимберу. Если есть ресурсы, надо их тратить, правильно? Мне бы четвертый, конечно. Четвертым здесь не пахнет, на самом деле. Вот так вот я бы взял в таком случае. И здесь пошел бы стакнул. И, возможно, потом еще раз стакнул, потом забрал, посмотрим. Ой, арканов тут. Здесь было сложно что-то сделать, конечно. Подмина, подмина, давай, давай. Он с бота ушел, я так понимаю, правильно? Ой, как у нас стоп, это все плохо. Фан together? Фан, давай. Я иду в бот. You want this? Ой. Так, если я продам вот эти все штуки, мне хватит, конечно, но... Ой, мне просто некогда это делать. Похуд на Тимбере. Похуд-то мертва. Это очень хорошо. Купаем. Капельку еще раз. Капелька выбита. Ставим минку теперь. Ветки несем. Так, намека не понял. Ты что, на меня быканул? Кто это пак? Так у меня ничего нету, мужик. Наш бы на мину зашел.
танец наложил. Мы ему даже не сбили худ. Ладно, вроде сбили. Ладно, пойдет. No, и вот joined. Это уже результат. Look, Ember. You wanna slide you? Yeah, нет, паску. Так поставим. Опять держит. Окей. Ну, меня, наверное, все плюс-минус устраивает. Пойду продавать фаерики. Один оставлю. Один оставлю, второй продам. Ну, на тимбере снова будет давить. Я снова буду скип. Убивать не надо имбиря, наверное, в первую очередь все-таки. Да, не этого типа. Это мой фарм. Здесь мой шестой уровень. Тут было уже не задолжить. Но шестой я взял. Причем еще ранний. Феечка четвертый. Пусть берет книгу. В таком случае. Були задефать бот, убив тимбера. Я хотел вообще переключиться на бабку и эмбера. Наверное, я реально оставлю тимберу бот. Чтобы точно не рисковать на этот счет. Там пойду ловить этих ребят. Под мидом будет файт большой. Ты чё, не в него дал прокаст? I'm a bit far. Don't think I'll make it in time. Ну, чувак, я не знаю, он весь прокаст выдал в крипазах. Это шок. Я пойду дефать мид. Я не буду даже пытаться тратить силы. Теперь я могу убить его один раз. Но я за это время могу поставить столько мин, что я убью, допустим, я не знаю, 2 эмбера и 2 мираны, условно. Качаемся. Не знаю пока насчет итем билда на самом деле. У меня есть клинзи. Ну ты и противная бабка, конечно. Четыре, хорошо. Этого уже хватает, понимаете? А на тимбера я должен был ставить в два раза больше. Больше не меньше, ровно в два раза больше. Там и раны, но я здесь драться готов, в принципе, с командой. Мне на бласт хватит. Ромах Кайлом. Надо было сразу после него выкинуться. Медасик здесь. О. Кларики, кларики. А что? Так. Бэк 12-й, походу. А чё он там делал-то вообще? Чё происходит? Мужики. Okay, guys. Started to touch us. We'll come back. Там маловато пока, надо там еще накинуть. Сейчас накинем без опросов. Так-с.
Ну смотря прям на этих стоит, конечно, прям на бочках. Другое дело, что их увидеть маловероятно. Типа надо вот через эту полоску пройти обязательно. Где больше? О, Тосик уже второй выкапывал еще. Все нормально? Too low to fight. I'm running to heaven. Ну я здесь не выживаю никак. Ребята выжили, и ладно. Я не знаю, что он делал на этом. Просто не понимаю. Мины, 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 очень много мин. Он должен умирать. Все, хорошо. Двух больших ребят их завалили. Вернул Шрауд на Бристле. Только когда стали мангусики дропаться, на самом деле гораздо приятнее стало с лопатой бегать. Что там вместо них было, я не помню, кстати, портал. Но мана для миньора это всегда красоты. Порталов-то нету, но Брисел бегает на ноге бежать, если. Пока мы его к рукам прибрали. Пожалуйста, убей скрита. Товарищеское решение было принято им только что. Так, ну чё? Аганимчик, шарт. Аганимый шарт. Из этого наш выбор. С чем мы будем играть. Книга. Больше ничего, кроме этого. Ну и миллионы смотри обсов, конечно, покупать не будем. Ну тут никак. Типа их слишком. Никак. Я его покачал топ, наверное. Не знаю, у меня ЦК фармит довольно в безопасной зоне. Ангуга. Здесь можно пачку пропустить одну. Можно долго пропустить. Интересно, он прям сразу разбил. Знает все-таки как. Вард стоит. Покажемся. Показаться. Кристалбэк на удивление сейф-зону фарм. Но он сейчас в такой пиксел выйдет, это будет. Будет шок. Я очевидно в шарт выхожу на кислотом. Мне уже не светит ни огонь, агоним там. Такого. Рип. Изи. Не задел на Брисле, это прекрасно, кстати. Надо на мины поставить, смотри. Не Рошана забирает, кстати. Потому что Брислбек пропал и никуда не идет, это Рошан.
Was I looking very ready to fight against this, but thugs. Definitely not the biggest. You don't need to touch. Так, мне нужно огромное количество мин. Там, где потенциально, где ребята пойдут. На ДП шел в них сам, я, ну, no comments просто как бы. Comments к процессу. Начинаем выстраивать глубокую эшелонированную оборону. С надеждой, что противник где-то здесь завязнет в итоге. Ссылок немного, но мы в них верим. Fuck, man. And my ult was like fucking half second cooldown. I'll take it, or end or die. One second. Пипец, там, ну типа героев нету. Все равно умирают все. You need to cut some waves, boys. No way we're fighting against the Seggers. Ну просто заведи их, ну чувак, ну ты кого боишься вообще? Я не понимаю. То он идет и умирает, то он может задать добавить их на мины вместо этого просто. Ну ладно. Как мне странно убили. Хорошо, хорошо. Отлично. Прекрасно. Просто прекрасно. А, что же это будет? Поним шарт? Правый, да. Ну тут парни на минное поле нарвались, конечно. Им не позавидуешь. Им, очевидно, не позавидуешь. Так, это стакан сейчас? Так, ну чувак. Так, Рус. Могу тебе вот это стакнуть пока что. Парик можно продать. Так, ну все, теперь я спокойно иду в Аганим. Ни на что, в принципе, могу не отвлекаться. Мотки нет ни одной миниверской. Просто ноль. Номера не умирают. Не я с КД. Опках. Ребята просто в мины заходят по КД. Им весело от этого. Мне тоже весело, люблю на мини играть. Тоже в принципе весело. Андрей нету, кстати. Но они сильно закинули, очень сильно закинули на этом все. Пипец. Там БКБ на имбере, но уже не будете его жать ради мины, правильно? Значит, мы его на них поймаем рано или поздно. Но пока чуть больше трети убийств, а мне висит. А вообще, сколько у меня участий? Подождите, 14 из 17. Всем привет, я как бы этот... игрок на Тэчсе. Всем привет, игрок на Тэчсе, позиция 5. Надо было чуть попозже взорвать. Я был не уверен, что я... Лу не словлю. Поэтому немного неверное решение принял. Так. Ну, этого я не понимаю. Кстати, что-то сделал. До этого выжил. И не выжил, а не получил. Красный, это странно. Мирана в инвизе зашла в мины, здорово. Или...
Ну, на Эмери БКБ потратил на меня, вдумайтесь. Он на Эмери потратил БКБ на меня. В тимфайте. Очень перспективный парень. Ничего не скажешь. Ну, мы камбэкнули. Мы, походу, это уже не проиграем даже. Как же сильно он меня хочет. Извини, мужик, у меня есть Сашенька. Теперь уже хотя бы официально. Раньше, если еще мы могли с тобой там что-то позволить себе подумать, то теперь точно нет. Бомбрейс. Юльчик. Он камбэкнулся на ДПшке, Таса? А! Я тут фраги сижу, считаю, ё-моё. Тупо Bristol Bags Free Farm и Тэчес пятерочка. Здорово. Здорово. Привет, это 9000 ММР. 9500. Здравствуйте. Так, чё, это берем, наверное? Не улетел. Кстати. Здесь можно докинуть. Да, можно пронести. А почти 15 уже. Убрать дэмэдж. Хочу иметь вид. Здесь никто не был до сих пор. Теории вполне, может какая-то Мирана зайти шарик. Без вопросов. Да, наверное, реально сильвер нужен. Сомневаюсь, вот, в сторону думать. Вон это ожидание Мираны в топе. Мирана в топе двигается супер с Ивова. Беспрецедентно с Ивова, я бы сказал. Давайте уже шмотки, полторы минуты осталось, невозможно играть. Без нейтралки нормально. Сижу с лопатой на 25-й, ну потому что реально ничего больше. Это же финиш. Такого быть не должно. На Эмбере. Пока хп. Я записал. Я записал, я тебя понял. Moonlight. Я согласен. Иди сюда. И это снизу, I still don't want to run into the 5v5, like, without the jump. Because my illusions can die. If we can split them and I catch Bristol solo, it's best. Because I will kill him solo one fucking second. Watch up. Лиф неприятный. Здесь должен был минти ставить. Look, let's try to find Bristol here. Хороший встал. Мины в миде. Похоже, файт. Ведь сильвер. Минит маны. Его убьют. Вообще четко. Гоним на этот, да? Огонь. Победа. Тупо уже все просто. Растерли за сильверок. Поставьте, парни, пришло время лейт игроков. Давайте, давайте. Здесь что подстрахую. Так, убираем, скорее всего, прям сразу. Где-то здесь хочу подставить. На сторону сисем, на ней еще резнуться. Ну, кстати, я не уверен, что имеет смысл играть дальше, хотя хз. Хороший встал, да. Не борзеем, аккуратненько играем. Карту Эмбера. Я без загонима, мне надо штук си. Да, получается, чтобы все это полезное сделать. Ну, либо я убью огонь Мирану. Они очень странно вышли, типа, в бот. Хорошо. Показали позицию. I'll take shot. Чаром. Он не даст на паке, скорее. Это серьезно.
А! Ладно, спейсим для Рошана, ребята. Спейсим для Рошанчика. Ем на Миране. Зрели парни. Легкая толпа. Но они не успевают, мы Рошана забираем, потому что я спейсил. Изи. Увидите, чуть тут близко, реально близко было. А нет. Зато убили пятерку Тейчеса, как бы. Стянули всех, там даже Тимбер подъехал. Это ж пятерка Тейчес. Это же Берсерк. Вдруг заберет. Give it to me, please. Не, я понимаю, но у меня мины, как бы, чувак. Я-то без вопросов, конечно. Ты можешь взять что-то на резист, там, вот это вот. I wanna catch pistol. Ну ладно. Такова наша доля. Доля саппортика. Хотя мне объективно нужнее, чем... В топ, в мид, там гем у Мираны. Я вообще... Топик бы откинул немного и побежал сейчас в бот. Can I catch on top? Рунок, да. Гем. Гем не взяли. Блин, почти огоним. О, огоним. У нас три шмотки. Три ненужные никому шмотки вот этого разряда. И нужная, единственная, мне ее не отдает чел. Притом чел, который, ну, он заинтересован в танчить там лишний раз и так далее. Пипец. Опа. Танк нужен? Алхаба? Я заряжен. Наверное, Next Forsic либо Акторин. По боту пошел на Эмбере. Надо выйти. Наша война, ребята. Топ, я пошел бы на самом деле. Не хотят этого убить, но если они закоил его убьют, то они его так и так вот. Пол хп я заведу, потому что он лицом стоял. Походу умирает из-за этого. Да. На изи получилось. Мы можем заходить, в принципе. В топе, наверное, лучше, правда. Ой-ой-ой, далеко мы здесь. Оснайт живи. Мистер Рамзес стайл. Что там урона? Сколько же там урона у нас? Бешеного абсолютно. ГГ? После байбека. 105 секунд. Русавчики, ребята. Ну старт был реально мощным. Стал бы реально мощный. У нас у всех было все очень плохо, но очень мощно удалось стартануть. И плюс, ребята, молодцы, они не форсили драки вне мин. Опа. То есть не было такого, вот я прям даже сейчас пытаюсь вспомнить откатить. Почти не было такого, чтобы драка без мин. Мы всегда фатимся на минах. Ждем, пока противник до них дойдет. Для этого что-то делаем. И я не пытался убивать вот этих мега жестких типов, я просто постоянно брал на себя Миранку плюс бабку. Мирана плюс бабка, катка за 30 минут. Уф. Окей. Not bad. Not bad at all. Статистика, если посмотреть. У меня урон почти топовый. Но я больше нашего мидера надамажил, больше нашей тройки. На пятерке тащишься топ-2 по урону.